Небольшая распаковка. Я пришла из магазина, принесла себе отдых. Убираем чеки. Это рыбные котлетки. Я себе пожарю. Это остренькие сухарики со специями. Они такие с перчиком. Гам, подожди. Это колотый сыр пармезан. Ну и вы уже, наверное, догадались, у меня тут винишко, да? Красненькое сухое винишко крымское. Хороший год, Бастардо. Хороший год, так называется производитель. И находится этот производитель в Бахчисарайском районе, село Каштаны. Вот такое Бастардо вина. Стоит оно около 700 рублей. Если честно, не помню. Главное, сырок. Вот сюда, колотый сырок. Ну, а самое смешное, вот уже у меня записочка есть, зачем я пошла. Кондиционер для белья и кофе. Ну, вот, пожалуйста. Все, кроме записочки.